этой ситуации у Азербайджана и у Турции больше рычагов влияния на ситуацию, чем у России. Турция вообще является, так сказать, главным бенефициаром вот этого кризиса украинского и, собственно говоря, ослабления России на Южном Кавказе. Поэтому я боюсь, что рычагов влияния у Армении, у России, на Азербайджан, на Турцию крайне мало. Поэтому все будет зависеть, я думаю, в значительной степени от какого-то представления Баку о том, как оно там будет. И я говорю, в России так много точек напряжения сейчас, что она, конечно, приложит все усилия, чтобы с Азербайджаном и с Турцией не ссориться. Поэтому, если те поставят вопросы репробиум, я боюсь, что России будет крайне сложно что-либо противопоставить. Я думаю, что риск того, что мандат российских миротворцев не будет продлен, очень высок.